Так, друзья, всем привет! Как помним, в предыдущем видео делали мы актуаторы типа гидроцилиндров. Вот так они у нас получились. Сейчас посмотрим действие. Но мне не нравится их движение сильно, что-то маловато он. Сейчас по чайной ложке. Но зато посмотрим сейчас при движении, как у нас будет. Поехали! Так, главный герой у нас бегает. Thank you.
Вот такое видео на этой недельке. Так что подписываемся на канал, комментируем, ставим лайки. Будем переделывать актуаторы. Так что не пропустите новую серию с другими актуаторами. Ну а на этом все, как говорится. Всем до новых встреч. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.